Так, что-то тебя не слышно. Секунду, сейчас разберусь. Так, ладно, вставим тогда другой слот. Это будет чуть тише, но это будет эффективно. Так, осталось... Дырку нащупать. Секунду. Оказывается, микрофон не до конца вставлен. Алло. О, здравствуйте. Хоть бы сегодня не обосраться. Так. Вы что тут делаете, блядь? В кухне стоял, тут слышно все. Мужик, тебя хлопали. Бутеры себе делают. Она жрет, как будто это... Бутер. Шоколадный парсик. Куда слушать? Стрим голдятины? Нахер так, Айдеич, что-то тебя как-то тихо слышно, сейчас я подключу. Ну-ка, Айдеич, издай какой-нибудь звук. Сейчас. Вроде людей, которых фанило вчера нету. Интересно, появится ли рев. Появится, ну окей, не появится, ну и хер с ним. Днем было смешно, а сейчас уже нет. А, сори, я просто не слушал те голосовые, которые там, блядь. Мы сами особо не слушаем, мы их друг другу записываем и все. Ну я твои голосовые слушал. Я твои тоже слушал, но мы друг у друга слушаем, а других мы не слушаем. Они какие-то там аутсорсы. Если тебя будут иметь хорошо, то тебе будет хорошо. Если тебя будут иметь плохо, то тебе будет плохо. Перчатка Танаса, что ли? Да. 23:30 они обещали. Вот, по расписанию. 22:30 это Дед ТВ какой-то, Койкон. Что, Дед ТВ? Дед ТВ, лоб. Дед ТВ это же РЕН-ТВ, нет? Блин, на самом деле занимательная игра у них там какая-то идет. Да, они прям так увлечены, что, кажется, про Дум забыли. Нафиг он сдал. Слушайте, в чате трансляции это народ пишет. Дум. А по расписанию-то не втягивается. Слушайте, я тут заглянула в группу, которая Дум... Было раньше Doom 4 из первых уст, теперь Doom Eternal из первых уст. Просто, просто беспалевного контента нас тащат. Да? Можно как раз репорт кидать за нарушение авторских прав. А какие у нас авторские права? Типа нам пост написать авторское право должно быть у нас? Если ты считаешься автором и подписал статью, то да, тогда можно. А если просто сделали пост и все, то кто знает, кто написал, никто разбираться-то не будет. Просто вот можно маркировать свои посты, чтобы если что... Заебать таких. Вот, опрос, который я вчера вечером кинула, я же туда картинки запостила. Угу. Я смотрю, вот прямо вот те же самые картинки. И парочка еще из тех, которые соскринили чуть раньше. Серьезно, что ли? Ну, я серьезно говорю, те же самые прям вот. В наглую так. Чувак-то, помните, скинул косплей? И я разместила пост со ссылкой на Инстаграм, и у них прямо вот через час этот пост появился. Хера себе. И причем, знаете, еще я какую фигню заметила? Вот в этой группе у них бывает, допустим, ну я напишу что-нибудь, то есть пост делаю, а потом я его переделываю уже в процессе. Они делают то же самое, точно так же переделывают. О, наглые хуебесы. Ну и там боты стоят, шарят. Хз, может, если они на стриме есть, ребята, вы плохие ребята. О, да, у нас есть на стриме, отлично. Они, кстати, могут, да, они же увидят, если они... Ну, они это обязательно увидят, господи. Они это, я думаю, уже смотрят. По-моему, тогда же IGM не делали. То есть, если спиздили, то спиздили. А до такой дотошности не доходили. IGM это же вообще... Это ребята, которые... Как Волан-де-Морт, об этом лучше не говорить. Может быть, они уже показывают Doom где-то у себя, но забыли трансляцию перевести, как бы. То есть... Вот это вообще обидно будет. То есть они там что-то рассказывают, но никто на Твиче ничего не видит. Сейчас нам показывают Quake вместо этого. Сейчас ты знаешь, как там... это, запустить эфир на камере, но камеру не включить. На Ютубе-то нету ничего. Я вот на Ютуб залез, смотрю. А вдруг с часовыми поясами натупили? Там кто-то натупил, кто постил, кто... На Good Game. Да нет, вчера они все минуту в минуту попали, поэтому хз. А, все закрыто. Слушайте, вы видели в группе этот солдат Рока пишет там комментарии, да, в целую бомбит. Кучу. И он сам себя налайкал. Он сам себе лайкает, типа, он тот царь, ну... Слушай, этот парень вчера был, конечно, было все прикольно, но сегодня мы другой состав собрали, я не знаю, что он возникает. Другое дело, что если он ходит в этот состав, мы ему говорим, ты входишь в этот состав, вот тебе ссылка, залетай. Если он не входит, ему никто ничего не пишет. Но он почему-то сам себя лайкает при этом. Наверное, просто он подбадривает себя, типа, да, я прав, черт возьми, все верно сказал. Надо вот ему это... Я настолько крут, что даже вот надо поставить лайк. Вот даже Макс Соколов в чате пишет, что этот парень Рока нарциссизмом страдает.
А насчет нарциссизмом, да. А насчет Дума, он пишет, что, возможно, нас опрокинули. Слушайте, под официальные трансляции комментарии такие забавные. Может, они еще не пришли с ланча? Ребят. У нас, кажется, конфликт возникает. Солдат Рока пишет, пускай Соколов пояснит, что такое нарциссизм. Нарциссизм — это когда ты сам себя лайкаешь и мнишь себя лучше других, поэтому... По жизни сам себя лайкаешь. Да, и сам себя, и по жизни, и ВКонтакте. Вот мы тебе говорим, мы тебя сегодня на состав не звали, ты продолжаешь качать права. Соколова звали, а твои лайки — это вот как раз самый нарциссизм. Провокачание подобное не приветствуется. Ну, если что, мы просто его вот так вот, и он в бане оказался. Чтобы стрим не был скучный, можно устроить небольшой холивар с... Можно срач устроить! Ну-ка, солдат да. Рока, давай-ка оскорби-ка нас. Мы сейчас будем как на первом канале, что ли? Черт возьми, солдат Рока опять сам себе лайк поставил. Да почему, а? Вы видите, он спокоен. Там Макс пишет, стрим-комната закрыта. О, черт. А, я ему сейчас роль дам. Ща-ща-ща-ща, давай напряжение, кто быстрее ему роль даст. Это скорее не скандал, это триггер расследования, а жди меня. Слушайте. А. Я только сейчас вот зашла в Твиттер Дума, и оказывается, вот эта вот здоровенная космическая фигня, это БФГ 10 тысяч. Ну вот, значит, мы вчера были правы, когда позвали ее у БФГ. Да, БФГ. Но она по конструкции была похожа на БФГ. Ну да, она зеленым стреляла, значит, БФГ точно. Нет другого энергетического оружия, которое таким же цветом стреляло бы. Это паучки вроде как из второго Дума стреляли зеленой хренью, плазмоганом. Офигеть. Зеленый вот эта пушка. Интересно, из нее можно будет в игре стрелять? Вы тут видели? Солдат Рока пишет, запятые сейчас как точки не нужны, но в наших головах он появляются. Да, красава. Это псевдофилософская мысль. Философская? Угу. Я даже ему еще лайк подсыплю. Вот, на. От солдата Рока вопрос же. Соколов не нарциссист? Нарциссист? Просто звучит как нацист или что? Реально, да, а Соколов сейчас и не нацистом сидит, меня оскорбляет, понимаешь? Нет, просто изначально в легенде это был юноша, который очень себя любил и все время смотрелся в зеркало. И в итоге точнее, его... в отражение воды, если быть. Ну точно. Да, и в итоге он, короче, его кто-то превратил в цветок. Так понимаю, что наконец-таки у меня микрофон заработал. Всем о, привет, ребята. Привет. А смысл, если... Привет, Максим. А, привет. Я только что разобрался, что там, оказывается, нужно было убрать галочку, заглушить. Вопрос уважаемого солдата Рока. Ничего против него не имею, я сразу говорю, что если там не так понял. Просто если человек ставит лайки себе под каждый пост, значит, ему очень нравится собственное я. Вот и все, я считаю. Да. Возведение собственного. Ничего против не говорю, это дело каждого. Да ладно, мы его забаним, если что, нам что, впервые, что ли? Вот, мы продумали. Банов, да? Вот, помнится, были раньше времена такие насыщенные, яркие, где постоянно куча бунтарей каких-то непонятных. Вот, события такие, что можно прям книгу написать отдельно. Да, у нас в группе, в Думе, есть в темах, в разделе «История группы», там много описано. Там нам желали... Пожалуй, да, лучше не стоит это подумать. Если захотите, сами потом. Солдат Рока спрашивает, а можете мне фотки полайкать, плиз? Что? Нет, фотки мы тебе лайкать не будем. Что он с этими лайками делает? Маринует на зиму, что ли? Да смысл, скажи, что если бы он был симпатичной девушкой, я бы еще подумал, но так маловероятно. Меня интересуют мужчины вообще никак. Да, есть такое. Так, солдат Рока уже написал ответочку, значит, не в мужиках дело, а в лайках. И я их собираю для собственного удовольствия. А, типа от лайков его яйца начинают приятно пощипывать, я правильно понимаю? Слушайте, а не может быть такого, что вот эта повторная, да, презентация, это может быть только она закрыта. Ну, это же не тоже закрыта, она просто не будет транслироваться. То есть для элиты, для определенного круга? Да, ну, такие ребята, которые ну, там недавно... Ну, для журналистов, для всего. Да. А что, если там какая-то закрытая тусовка, сейчас... на которой покажут еще больше? Тяну. Стоп, я нашла на... Нашла на сайте Bethesda расписание Quake-Con. Но здесь, правда, на американском. Американском. Open 2, вот 2 матча. Значит, по-нашему это будет... сколько? 10.30. 22.30. Ну, и кто напутал? А у нас уже 23.10. 22.30 мы тут собрались, ничего не было, был еще Quake. Join ID software for a deeper look and discussion of Doom Eternal. Deeper look. Deeper look, понимаете, ребят?
Может быть, это даже и не для всеобщих глаз. Может быть, они будут где-нибудь в закрытой презентации сидеть. Что я говорил, это, скорее всего, может быть, для публики, которая там собралась именно. Тем более, стоп. После слова Deeper Look идет End Discussion. Глубокое обсуждение. Ну, с нами-то дискуссии, обсуждения не будет со зрителями Твича, а вот с теми, кто там, кто физически там будет присутствовать на той презентации закрытой, с теми будут обсуждать.